Я тоже сейчас сажусь на какую-то эту. А, подожди, блядь. Ладно, Так, давайте, всем удачи, всех давай, благ. покеда. Ну давай, давай. Короче, Тёма, садись вот на этот крас. Я А у на тебя сел? шиншиге, и мы с тобой едем. Нет, ты хочешь на синий, что ли? Да на какую хочешь, тебе там надо будет потом пересесть. Вытащить с воды нужно будет. И ты пересядешь в тот прицеп. Я отремонтирую Нет, тот подожди, прицеп. не ремонтирую. Я сейчас давай. Блять, подожди, мы едем на шишигах сейчас. Нет, ты едешь сразу, ты будешь вытаскивать из воды груз. Мы вдвоем вон поедем на шишигах, может быть, тогда, не знаю, с Мариной, что ли. А ты это. А кто меня починит-то? А сколько у тебя там урон? Блять, 700 почти. А сколько всего? 700. Блять, херово. Подожди, сейчас я сяду на свою шишигу, подчинюсь и поеду на этой уже. Ремонтные Окей. части. Хуяксна. Пересесть. Все, нормально, едем на. Все, вот теперь езжай за мной, заправься. Езжай за Да я мной. полный. Ты там вытащишь из воды машину. Я отремонтирую ту машину. Ты пересядешь в ту машину и поедешь, блядь, на ней в Поедешь. гараж. Понял? Блядь, жесть. Так ты Слушай, что ли а едешь бензин впереди? там был или нет? Может быть, одному еще бензин сесть? Да Может, зачем бензин? Хватит, я А я думаю. не помню, в той машине был бензин? Ты едешь впереди, что ли, или кто? Да. А, вдвоем здесь все, Я все. просто не помню, был там бензин или нет. А Витек сейчас к нам подключится, он В этой тогда. машине бензин есть, да. Не, в той ли что стоит в канаве, блин. А, блядь. Я там не помню. Сука. А ты определишь по машине, есть там гаражные части или нет? Как это определись по машине, блядь? Ну, вот которая там стоит в воде, ты по ней определишь, есть ли у нее гаражные части или нет? А, ну когда едем, блядь, тогда уже. Ну все. Тогда едем, несемся. Короче, у нас новая карта. Да? А чё ж там фури ремонтный скажешь, что ли? А хер узнает, что там может быть. Там, видишь, там еще одна у лесопилки машина валяется на дне. А что там за машина валяется, я хер его знает. Может, та, блядь, может, и это, сука, хуй его Вот, знает. чтобы нам не отремонтировать, потому что мы-то сейчас едем с одной ремонтной. Ну, Витьку скажем, чтобы он тоже ехал тогда на ремонтной машине. Витек, ты нас слышишь? Ты когда к нам загрузишься, короче, берешь шишигу и гонишь с нами. Если что, По вторую большой машину трассе лети. отремонтирует. Здесь по дороге езжай, Тёма, никуда не сворачивай. Вы что-то там отстали конкретно, да? Ну, Вы туда почти. едете вообще? Ну, за тобой по большой дороге еду, да и все. Ну ты не за мной. Да я знаю, что не за тобой. Просто вдруг Марина куда-то не туда тебя ведет. Мы же не знаем, что у нее на уме. Да. Так, здесь-то мы не проедем. Лучше это вот так спокойно объедем. Я, может, и сам вытащу, блин. Не, я на шишиге не мог вытащить тогда. А на том восьмиколесном я вытащил без проблем, в принципе. Хуяси еще бы, блядь. Ну да, ну на котором ты едешь мази, я не знаю, вытащит он, нет, ну вытащенная нужна. А ты же на какой ехал? Он Я такой на же, так. наверное. Не-не-не, на восьмиколесной я ехал. Такая приплюснутая, знаешь. А, старушечка, блядь, зеленая. Так, ты где Да-да-да. там? Так, чуть правее, значит. Угу. Сюда. По основной дороге. А на чем Марина едет? Шишига. А, ну отлично. Если что, мы еще нижнюю тогда отремонтируем. Хорошо, на двух Угу. шишигах все правильно. Сука, либо здесь какой-то подъеб, нах. Ну да. Сейчас доедем. Там можно будет прилично срезать, я покажу, где.
когда едем. Я потому что здесь уже дорогу посмотрел тогда. Сейчас по ней просто несемся. Главное не перевернуться на этой херне, блин. Да, так. Ее, конечно, танцовщица еще та, блядь. Да. Это колбасит здесь. Витек, видать, карту качает, да? Угу. Птицы летят. Так, еще одна точка не разведана. Сейчас открываю ее. Вот охерена, прям на дороге стояла. Так, здесь пока все так же едем. Я сверху вас стою. Угу. Во, Витек, слушай, а Витьку на чем ехать? Можешь тоже взять, как у тебя МАЗ такой? Чтобы, если что, вторую машину вытащить. Главное, чтобы урон не ебанул. Хуя себе отклик, 10 тысяч было миллисекунд, блядь. Ну, пока, видать, это заходил. Ага. Так, сейчас мы где? Вот, сейчас здесь еще чуть-чуть, и можно будет срезать. Какую, говорит, мне брать? Я не знаю, что ему взять, тоже шишигу или взять лучше МАЗ? Вдруг вытаскивать, вдруг там 2 очка только будет. Я не знаю, что ему брать, серьезно. На тех урон охуительный. Его можно здесь получить, блядь. Ну, блядь, хочет, пускай возьмет, едет тогда туда. Может быть, пусть возьмет шишигу, доедет до цистерны, шишигу там оставит и в цистерне поедет. Главное не разъебать нахуй. Может так, вдруг топливо понадобится нам? Тут просто еще сделано так, если у тебя 400 очков ремонта, ты не можешь починить там 150, блядь. Да, здесь сразу все скидываешь в одну машину. Вот я говорю, я сейчас могу случайно в одну ебануть в эту, а вдруг она нам не нужна, блин. Так, короче, блядь, вот здесь можно срезать. Так, ты направо, что ли, поехал? Да, и здесь можно срезать. Давай направо сейчас, и вот где я стою, прям видишь? Подожди, пока не вижу. Нет, нихуя не вижу. Ну да, я жду тебя на повороте, короче. Да ехай, ебаная срань. А, во, все вижу. Вот, здесь можно срезать нихерово. Ждем следующую, она летит уж как сумасшедшая на ней, блядь. Хуяет нахуй. На шишиге, ее там подбрасывают, конечно. Чтобы музыку в кабине включал, как в GTA бы сделали, да, вот радио тоже включал. Ну, радио, блядь, какой-нибудь ебал. Дан-дан-дан, хуярит, блядь. Руку из окна так выставил, ехал. На, блядь. Сука, чё, сука, на, блядь, факи всем, блядь. Да, факи показывать. Блядь, вообще, блядь. Это ж ерунда добавить, мне кажется, сюда. Блядь, конечно, хуйня. Лучше бы он сделал вид, блядь, изменил нахуй. Чтоб крутилось? Да конечно, нормальненько в GTA, блядь, спокойненько так раз-раз, блядь. И никуда на обратно не откидывалось нахуй. Слушай, я пока эту точку сейчас открывать не буду, здесь она на горе. Она такая сложноватая. Ну ее нахер. Тихо, молодой человек. Да ехайте. Здесь видишь какая? Вот так. И он уже там справа внизу сейчас будет стоять эта херня. Сейчас будем ее вытаскивать.
Вот надо определить. Марина хуярит, блядь. Летит нахуй, не отстает, блядь. Лишь бы не перевернулась она здесь, а то сейчас гонит, гонит там. Потом хуй догонит. Так, ну вон та херня. Сейчас проезжай, короче, вперед. Там аккуратно задом сдашь. Нахуй. Там задом сдашь на тот вот островочек. И вытащишь вот этот фургон. Че это такое? Вот видишь, он вот такой стоит. Как цельнометаллический, блядь. Полуприцеп фургон. Давай, ладно. Его ну, что, давай. Цеплять сейчас надо? Да, и вытаскивай его на берег. Я его починю, и ты в него сядешь. Вот, сейчас давай задом туда. Только не утони, блядь. На краешке так останься. Вот, стоп, стоп. И все, цепляй его сейчас, вытаскивай сюда на берег. Блядь! Вытаскивай. Я на мазе его без проблем на манитом, блядь, восьмиколесном. Вытаскивай, вытаскивай. Прям сюда на дорогу вытаскивай. Нихуя, у тебя оторвалась лебедка, походу. Нет. Блин, ну неужели мы сейчас с машиной ошиблись, а? Да вытащишь. Да подожди сейчас. Давай, 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 сучка. Тебя вытащить или чё? Ты-то как сел, давай я тебя вытащу. Тебе, в принципе, назад ведь надо сдать, наверное. Не, чинить, я думаю, ведь ничего не надо, правильно? Чинить давай. Тот фургон нужно будет. Все, все, не тяни, не тяни. Вот тебе надо сейчас опять въехать туда. Я на восьмиколесном без проблем там въехал так. Ну ты на зеленой, блядь, хуёвине. Ну ах, да. Блядь. Да, блядь, что ты застреваешь-то? У тебя полный привод включен? Блядь, естественно. Блядь, она там, видать, тебе села. Пода... А, слушай-ка. Чего? Я в нее сяду, а вы потихоньку будете тащить, может, как? Ну, блин, я не знаю, что шика вытащит. Не, вряд ли. Хуй она вытащит, блядь. Сейчас я попробую. Ну, подожди, дай-ка я вот здесь сейчас попробую. Через воду ебану здесь чуть-чуть. Да утонешь там, наверное. Блин, ну что ж ты не взял ту машину сразу, а? И, бля... Выезжай, 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 бля. Эх, меня дернула та машина, конечно. Но у меня не хватит мощности вытянуть, скорее всего. Или хватит, блядь. Так. Куда ты едешь-то, Марина, блин? Подожди, так. Стой, 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 не толкайся, не толкайся. Сейчас я попробую все-таки выехать. Блядь, все надо делать самому, а? Вроде тащу, да? Кого ты тащишь? Этот фургон, блядь. Смотри, почти вытащил. Обязательно. Как нет? Он уже вытащил почти. Только давай я сам. Сюда его, блядь, цепану нахуй. Сейчас, стой. Я его вот здесь сейчас вытащу. Нахуй. Ну отъезжай, блядь. Блин. Да я его вытащил из воды уже нормально, блин. Давайте, знаете, как сделаем? Я сейчас в него сажусь. Или подожди, попробуй его вытащить, Тёма. Да я вытаскиваю. Идет нормально, блядь. А, да? Я просто не вижу этого. Все, чините, блядь.
Ай-яй-яй-яй. А где ты? Ты если сядь где? В ту машину сначала. Не его чинить. Ты в нее сядь. Ну, ты бензин есть. Подожди, бля, а... кто-то починил, блядь, сдуру нахуй. Функции. Чё там? Пересесть и отцепить прицеп. Я не пойму, что это за хуйня. Тебе надо теперь развернуться. Ехать и туда, короче. На тот. А мы его не сможем вытащить. Чего вы не сможете вытащить, блядь? Тот прицеп, ты имеешь в виду? Да. Который у Лесповала будет? Угу. Ну окей. Сука, вороны завалится. Не-не-не, не там разворачивайся, не там разворачивайся. Да не разворачивайся, я стою, блядь. Марин, останься там, вытащи его. Помоги, а разворачиваться дальше здесь переедешь, вот маленький брод. Здесь будет большая площадка для разворота вообще. Там не вздумай разворачиваться. Ты ж там на дороге стоял. Все, еду по большой дороге. Вот, переедешь маленький брод и будет большой разворот. А, здесь стоит, короче, лес-кран. Вместе с прицеп-роспуском. Если я его сейчас вытащу и отремонтирую, то я смогу прям здесь загрузиться и уже ехать на пилораму. Не воду переезжать, что ли? Переедь воду, и там прям большая площадка, чтобы развернуться. Да, вот, и там спокойно развернешься. Слушай, а смогу ли я его вытащить? Сейчас, если я его вытащу, то я его отремонтирую. Таямба. Все, помчал туда, в гаражу. Давай. Так, вид сверху, наверное, нахуй, поехали. Так, сейчас я попробую пересесть. Посмотрю, что это за машина вообще. Слушай, а здесь даже топливо... Вот для чего топливо было нужно. Я чуть могу сейчас, в принципе, да? Я могу, да, загрузиться сейчас здесь лесом. У меня здесь 77 литров. Сейчас я его отремонтирую. Во, бля, здесь целый... А Витя на чем, не видишь, едет? Не вижу. Здесь реально целая операция, короче. Так, пересесть сюда. Сейчас отремонтировать. КамАЗ слабенький, сучка. Все, отремонтировал. А, с бензом ты? Отлично. Слушай, он тогда меня заправит по ходу пьесы. Сейчас я посмотрю, на какую мне пилораму ехать вообще. Наверное, там же, куда вы едете, я на ту же пилораму и повезу. Так там три пилорамы, наверное, блядь. Не, одна в центре находится, и одна у гараж... А, и две у гаражей. Блядь, как он тяжело идет с этой хуетой. Витёк, блядь, какими-то лесами... А, нет, он не лесами едет, нормально. Витёк, езжай так, короче, мне навстречу. Ты видишь, где мы? Я здесь загружаюсь, насколько мне хватит топлива, я это, привезу лес. Но зато сделаем ходку сразу одну. Хотя, по идее, Марина, если у нее запасные части есть, она тоже может сесть в эту машину и тоже везти лес. А Витёк нас заправит всех. Марина, у тебя остались, нет? Походу, ну, не правильно, остались. Ну правильно, нахуй не починить, блядь. Марина, остались у тебя, нет? А, полностью. Я его полностью починил. Хорошо. Так, ну у меня, короче, 74 литра еду. Жаль. Так бы мы сейчас с Мариной взяли бы по этой, по телеге с бревнами. Я вот одну уже везу на 4 очка. Посмотрим, докуда хватит. На это открытие гаража, короче. Так, гараж открыт. Гараж открыт. Сейчас куда нам двигаться? Стоп, я, видать, не туда что-то поехал. Да, сейчас направо.
Едем на эту, на лесопилку. Я вот думаю на большом поехать. Слушай, я пересяду тоже. Вот на этом кразе я не въезжал в горку. Я тебе серьезно говорю, я сейчас пытался на нем ехать. Да я тоже на кразе. Вот который это, такой, ну стандартный. Угу. Я на нем не въезжал, а здесь должен быть восьмиколесный-то. А вот чё? Этот на чем я? На 8 сразу хочешь взять? Ну да. А где ты его взял? Да я тоже такой возьму. Так вот, не знаю, по дороге мне ехать, у нас не разведано ничего. Направо, помимо. Я знаю, ехать как. Подожди меня чуть-чуть, и я все сделаю сейчас. Давай, я отъеду, чтобы не мешать. Так, вот я взял этот крас. Я взял себе здесь кран и канистры с топливом и запасные части там еще. Если он, конечно, у нас... Мы обратно въедем, но мы с тобой сразу можем две пилорамы открыть, считай, да, за раз? Ну да. Так, ты не туда едешь, Сереж. Я на заправку, я пополню себе все канистры. А, тоже верно, согласен. Хера все, прицеп у тебя там, конечно. Да, Бенц, ты мне, что ли, тащил, Витек? Да хорош, ты чё, блин, мне не нужен он. Я там перевернутый лежу, какой мне Бенц, ты что? Я там уже перевернулся, сейчас. Так, короче, заезжаю, сейчас я быстренько эти закину, вот так. Чё ты брал здесь, Серёг? Лонг трейлер, по-моему, называется. Лонг трейлер. Так, лонг трейлер, лонг трейлер. Лонг карт. Лонг трейлер, да, да, да. 6 возить он только. Да. Ну, поставил. А что 8? Автопогрузка. Автономный лес кран. Маячки, наверное. Да, вот автономный лес кран может быть. Да нет, он 2. Сейчас. А, 2 еще, что ли, короткие, да? Да, да, еще 2. Так. Это? И еще. Да, и запасная часть себе поставь с канистрами, где-то сверху должны быть. А, сейчас, секунду. Емкость цистерны 300 литров и 400 ремонтных очков. Да. Так, и, наверное, поменять резину на внедорожные надо. Да. Все, сейчас я, Серег, прям это. Бак пополнить надо, который ты поставил. А, этот, да, сейчас. А Витьку тоже объясни, Витек тоже хочет на такой махине поехать. Да он не сможет, он на маленькой-то не может. А чё объяснить? Ставит лонг этот прицеп. И короткий бревна 2 там какой-то будет. Ну это, по-моему, автоматически это автопогрузка. Автопогрузка, да. Или сейчас я обратно поеду, Витек, гляну. Если ты сейчас не найдешь. Так, все, заправляемся. Плюс 300 литров. Все, блядь. А ты думаешь, мы въедем там, Серег? Ты как на нем едешь вообще? Я еду себе вот. По карте, да? Можешь глянуть, где я еду. Угу. Ну а в гору как въезжаешь там, нормально? Ну, тихонечко едет нормально. У нас топлива-то не так уж много. Лонг прицеп. Все, он все правильно сделал. И поставь недостающие там сейчас маячки всякие, там сервисные этот канистру летек. Дополнительную. Я поставил коробку. На автогаз, просто лево-право колесами включу, да и все. А как ты поставил на автогаз? Камеру поставил в автомат, но понял, нельзя будет камеры шевелить. Да. Нажимаешь R и правую кнопку мышки. Видишь, у тебя справа эта коробка, как бы кнопка сверху загорается белым. А, да. Это значит, у тебя автогаз. После любой передачи у тебя будет работать автогаз. Все, но он медленно, да, будет ехать, конечно. Ну, обычно как ты то же самое, что ты жмешь на... Этот. А, ну в принципе, да, слушай, нормально. Я просто лево-вправо, лево-вправо. Угу, тема. Ну в горку он сейчас не въезжает прям. Тяжело. Ну тяжело он ему. Ползет, да. Но все равно сам, да, короче? Да, сам, ничего. Ну, за пары не было еще ни разу. Слушай, тема. Ну я сделал вид так сбоку вот. А я могу мышкой крутить вид сейчас? Нет, ты будешь крутить да. Тихо. Так, еще раз. R и что нажать? Правую кнопку мышки. Так, Сань, мне сейчас куда? А, блять, а я сейчас карту могу нажать? Она становится мне?
Да, должен остановиться. Сейчас, подожди, я здесь в горку еду хотя бы. Так, да, остановился. Ты проехал. Я проехал? Да, там был поворот направо, да. Эту дорогу я не знаю. Попробуй где-то развернуться аккуратно. Какой разворот здесь сейчас будет? Не, ну, может быть дальше где-то будет, но ты реально проехал. Ладно, сейчас развернемся. Ты реально проехал. Там надо было направо повернуть. Слушай, ну если мы сейчас так довезем, сразу три пилорамы откроем, да? За этот, за одну ходку. Ну да. Ну ты видишь, я когда на Кразе там поехал, я не смог въехать в горку с леса. Да? Да. Он просто стоял и не мог ехать. А что, в два тягача типа надо тянуть? Не знаю, он меня не смог въехать на Кразе, блядь. Четыре очка, да, так вот именно, что он мощный. Но он не смог. То есть если я сейчас переключу камеру, то у меня сбросится все. Нет, ну, то есть 1-2 у тебя будет все нормально. А, 1-2 будет, вот я вот это и хотел. Да, прицеп, конечно, здесь жесть, блядь. Длиннющий. А, и даже я на В нажал случайно вперед, он все равно сам отпустил и нормально едет. И там еще, когда повернешь, Серег, там можно будет срезать. Ну, по крайней мере, да. Я срезал все время. Без проблем всяких. Ух ты, солнышко здесь вышло. Топливо быстро заканчивается, полбака уже почти. Ух ты, а может вот для этого нам нужен будет Витек? Витек, садись на бензовоз. Ты думаешь? Думаешь, не дождемся? Я думаю, а Тёма когда вернется? Он что-нибудь говорил? На развилке? Подожди, а на какой развилке? На какой развилке? Не вижу. Не вижу, какая развилка, короче. Если он где-то посередине, это, кстати, хорошая идея. Ты молодец тогда, что его там оставил. Мы там все будем заправляться. Так и надо, кстати, делать вообще, бензовоз выгонять. Как на пилораму ехать, который в центре. А фиг знает. Ну сейчас ладно, потом налево, посмотрим. Да? Да, сейчас там налево поворачиваю поворот. Ты развернулся, да? Да. Ну и там единственный поворот был. Так, сейчас я посмотрю, там где-то срезать можно. А, Серега проехал его сейчас. А, ну отлично, в хорошем месте, кстати. Нам, скорее всего, до него хватит там. Так, давай посмотрим. Вот здесь сейчас будет налево. Вот здесь налево. Ну-ка, налево. Прям здесь? Да-да-да, налево, налево, налево. Здесь сможешь спуститься. Между деревьями там прям так широко будет вообще. Еще, 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 еще. Вот сюда, да. И левее. Все, вот ты сразу срезал целый крюк, блядь. Да, слушай, нормально. По карте посмотри, там вообще охеренно ты пошел. Ого. Вот. Спасибо. Да, не на чем. К, команда. Да, бензовоз хорошо, что там стоит. Хотя там внизу где-то заправка. Дорога такая, видишь, здесь особо грязи-то нету. Нету, нету. Но она тяжело идет с лесом в эти горки. Вдвоем, я думаю, можно выйти будет, не? Ну посмотрим, обязательно поедем вдвоем, там не торопись вообще. Будем как-то тащить. Вот, может быть, Тёма нам поможет. Да, да, конечно. На Кразе будет тягачом каким-то. Да, да. Да. Он может взять бензин и ехать вообще нас встречать. Так что, надо топливо взять, короче? Мы, короче, взяли три телеги 8 бревневые. Возьми просто, слушай, возьми просто Крас с этим, с бензином, с одним, без прицепа. И все. То есть, ну, чтобы тебе прицеп не мешал, а ты просто был с цистерной. А здесь три пилорамы или четыре?
Вроде три. Три, то тогда мы, в принципе, можем за раз, да, их это... оттащить. Нам нужен тягач, кто... Слушай, пускай возьмет не ту цистерну, а пускай возьмет МАЗ восьмиколесный. Он тягач хороший. Тот, не вот этот МАЗ, на котором мы едем, а такой вот рабочий-то. А, понял, синий с белым. Не, как гусеница. Не, а, этот, который стандартный. Стандартный, да, гусеница такая. Он есть же здесь у нас? Нету, блядь, какой? А. Я только синий наблюдал, блядь. А, нет, синий не бери. Ты на нем нас не вытащишь. Тебе нужно взять самый сильный тягач, короче. Да ему достаточно одного краза. Будет впереди нас какая-то фигня, мы будем по лебедке за него цепляться и все. И выедем. Ну, в принципе, но давай, Тём, езжай к нам навстречу, в общем. Просто пусть сейчас берет возьму, цистерна и краз, и все. Да, возьми с бензином только возьми. А то мы уже сейчас потеряли до хера. Так, мне еще ехать и ехать здесь. Тут КамАЗище стоит, ебать. Кстати, темнеет. Назад ночью будем ехать, что ли? Да, здесь ничего страшного нет. Тут просто тяжелая дорога такая. Так, здесь что ли направо? Что-то я уже забыл сам. Да, здесь сейчас направо. Ты там на такой махине срезал без проблем тоже? Да, вообще нормально себя чувствую. Потому что я на такой-то не срезал там ни разу. А что, где-то еще заправка была? Где-то внизу там была, по карте я видел. Слушай, я не вижу теперь эту срезку. Дальше, да, вроде? Да, дальше. Ну, если что, еще починить смогу кого-нибудь. А здесь еще нет автопогрузки, надо самому загружаться. Есть автопогрузка. Нет, я имею в виду, тут есть? Есть? А, вижу, да. В центре, там две этих есть, а в центре есть такая. Так, я сейчас эту срезку проехал. Да, я сейчас здесь на спуск, сейчас к мосту подъезжаю. Минут через пять буду у Сереги. Так, ты там сразу, наверное, развернись. Да, я на пустом развернусь сейчас. Да, да, да. Так, короче, еду к вам, все. Угу. Как он тяжело идет, а? Слушай, ну на нем тяжелее перевернуться, то есть с таким длинным прицепом он тебя не переворачивает, когда назад сдаешь. А, он может типа задний прицеп, да, так повернет? Да, да, да. Назад сдавать тяжело, да, опасно, это согласен. Уже намесили здесь, да, говнище-то? Да какой говнище, здесь нету грязи. В начале-то. Чуть-чуть есть. Что-то не знаю, мне еще ни разу не попадалось. Закат такой идет. А, R и правую кнопку мыши, да, ты говорил? А то сейчас все вспоминал. Забрумно. Слушай, здесь на мост, да? Тяжеловатенько заехать. Все, загрузил я 8 очков. Красава. Топливо 158 литров осталось. Ну вот. Тёма, настало твое время. Задаю нахуй сейчас. Ну что, ты не едешь-то, а, падла? Стоп! Я прицеп где-то проебал. Еду, нету сзади прицепа. Он у меня на этом, на мосту остался. Сейчас подойду. А как мне прицеп с моста забрать? Че за хуйня вообще случилось? Все? У меня нету прицепа, я смотрю, он на мосту остался. Ну подкей к нему задом зацепи. Еду к нему, блядь. Ну это пиздец, куда он делся, блядь? Я в повороте смотрю, нету прицепа, блядь. Ай-яй-яй. Вот это пиздец, конечно, поворот. Событие. Первый канал отдыхает.
Ладно, сейчас подойду. Давай. Второй включается, давай. Это еще задом хер заедешь на этот мост. Там еще колея же в центре. Так, ну и что мне с этим прицепом здесь делать? Короче, вот в чем было дело-то. Он у меня не может заехать на мост, блядь. Серега, ты как его загнал сюда вообще? Я сейчас попробую его лебедкой, что ли, подтащить. Как его Серега загнал, я не врубаюсь, блядь. Вот сюда. Лебедкой, короче, я его выровнял. Да, слушай, вообще лебедка чудеса творит здесь. Вот это, конечно, бандура с прицепом. А я еду сзади, смотрю, нету телеги, думаю, куда ушла телега? А как снимать автопилот? На лебедку можно ли... Да не влезешь. Я бывало вставал. И с лебедкой тоже. Ну фиг знает. Так, все, здесь по этой дороге. Слушай, я уже полбака спалил, пока ехал сюда, Тёма. И еще до лесоповала не доехал. Так что бензин нам это реально будет нужен. Тут бревна валяются. Это же мои бревна. У меня же там машина должна валяться, видать. На которую я первую ходку делал. А как делать тогда? Отцепляться не нужно. Там по-другому никак. Чтобы подцепиться к другому-то. Я что-то не помню, что ты писал, честно говоря. Вейт. А что, видишь, заправить нужно, что ли? Не, пока не заправляем, мы все полные едем. Сейчас не трать. Мы когда обратно будем ехать. У меня вот сейчас уже все, полбака ушло. Я еще до лесоповала не доехал, но уже рядом с ним. Уже огни его там, фонари вижу. Вот, я с Серегой поравнялся. Это же охуительно. Но она не шибко здоровая, она больше зигзагообразно ее сделали. Так, ну да, видишь? Да. Не шибко здоровая. Ты наебить дольше будешь. Да, здесь больше вот эти действия такие. Но мне понравился вот этот сценарий. Больше интересной карты, когда есть сценарий вот этот. То есть взять шишигу, отремонтировать, вытащить, довести, блядь. Вот так, направо мне. Сейчас, что ли? А, сейчас, Тём, я здесь из грязи вылазю просто. Ну, видимо, да. Алло, вот так я вовремя, да? Сейчас я, наверное, на лесоповал заезжаю. Посмотри, там Тёма спрашивает, куда ему ехать. Направо, вроде. А на лесоповале ты где тут разворачивался? Да, направо. А я чуть дальше туда проехал, развернулся. Прям дальше за лесоповал уезжал? Да, там где пенечки такое, взял большой круг и развернулся. Ага, окей. Блин, на Кразе прикольный вид от кабины, внутри сижу. Прикольно такое. Слушай, сейчас попробую. Но в один присест нет, навряд ли он, наверное. А, не, ну, берет, в один, блядь, за рулем профессионал. В один, блядь, я сказал. Да, в один. Так, вот здесь это можно было срезать, нахуй. Так, его надо сейчас выровнять, да, поставить? А, да, вот здесь вот срезать. Все, выравниваем. Слушай, ну я, мне кажется, мы не сможем срезать на обратном пути. Ну, может быть. Слишком... Стоп. А чё мне? Расположи... А, я думал, нельзя загрузить, блядь. А чё ему? Необходимо установить трейлер карт Long Cross, пуск или 701 карт.
Это ты выбери сначала двушку, а потом лонг трейлер нажми 6. Понял? А-а-а. То сейчас загрузить короткие бревна, да? Да, а ты по-другому не загрузишь. А потом нажми на 6 бревен, нажми лонг трейлер. Там кнопка есть сверху. Или внизу лонг трейлер. А внизу МЗКТ. Расположить понял? Свой грузовик правильно. Ему не нравится, как у меня стоит. Ну, помести его в этот, чтобы у тебя все было в этом, в этой зоне. Блять, я сейчас, мне надо будет сдавать здесь назад. Подтяни лебедка, если че. Сейчас, подожди. О, сука, давай, ищи мне его. Ой, я вижу огоньки вдалеке. Офигеть. Все, загрузил. 6,2. Подожди, нет, я еду за тобой. Ты уже уехал, что ли, Серег? Да я стою тут же. Еду. А так Тёма что, так он же далеко еще. Так я видел его огоньки вдалеке. Фига себе. Вон еду, смотри, фары. Слушай, ну видишь? Все. А, да-да-да, фары видно. Смотри, ну, едет, да? Я погнал. Молодец. Подожди, подожди меня-то. Так ты вот сразу ведь. Ну да, но я боюсь. У тебя сколько бензина? У меня 145 литров. Мне 150. Тяжело он идет, да? Да вообще тяжело. Я не знаю, как мы в горку едем там. Там едем, я тебе говорю. А Тёма может, смотри, вон он фарами прям едет. Да, да, да. Или это Витёк едет? Не, Тёма. А Тёма может взять на лебедку тебя, а ты... Ты чё, встал-то? Нет, не может. Я тебя толкаю здесь как могу. Не переверни. Да я просто на автомат переключился. Ну, блядь, ты-то переключился, а мне-то тоже надо будет вылазить отсюда. Ночь, у нас вся ночь впереди, короче, ехать, блядь. Да. Ебать заносит, нахуй, на этом повороте. Да, у нас блядь. Мало бензина, так что аккуратней же. Слушай, а как ты понесся так? Ты из колеи выбрался? Не знаю, просто еду. Вон уже Тёма внизу. Тёма, вот с этого низа ты нас будешь тащить наверх, наверное, по одному. Какого нахуй? Куда тащить, блядь? А ты сможешь сейчас тащить Серёгу, а он меня? Нет, нет, не сможет. Нельзя так в три сцепки. Да сейчас у нас, наверное, заправлять не надо, повыше. Да пусть заправят, спасибо. Ну, давай. Нам снова не хватит топлива этого. Придется еще заправляться. У меня есть свояшка, мистер, так что. Там 300 литров. Окей. Тёма, сейчас заправляй меня. И обгоняй нас, короче. От души. Спасибо. И сейчас разворачивайся, и нас будешь там в горку по очереди затаскивать. Это точка разведки, надо разведать тебя, да? Хуя вы тут нагрузили. А, ты мистер Босс загрузился. Это... Охуеть. Я еду. Ой, опасно, смотри, как прицеп у меня. Да. Мы сразу сейчас пилораму зато откроем наверху. Так, после моста чуть правее держитесь, я пролечу там. Да если мы въедем здесь, блядь. Да ехать, смотри. Нормально. Я включил первую пониженную и все. А, ты сам, да, такую выбрал? Да. Сейчас а понял, он будет начать дергаться вот этот. Сейчас я тоже включил первую пониженную тему. Но он медленно у нас сейчас будет ехать. Ну я на тройку, то есть на максимум. А, на вот, блять, а я на первую, ты бы сказал. Ну понял, он не будет прыгать первая, вторая, то есть останавливаться не будет. Да. Обгоняй меня слева, Тёма. А, там уже кубик тебе мешать будет. 30 литров. Я просто боюсь, что мы сейчас здесь станем. И Тёма не проедет. Так тяжело идет на. Там Тёма слева едет. По внутреннему кругу тебя обгоняет. Ну давай, ну чё ты, ну? Дусту. Слушай, первую пониженную включить, наверное, надо. Сейчас, принимаю. Стой, Серега, не катись так. О. А он-то тебя вытащит? Тащит. Я по внешнему кругу тебя обгоняю.
Ты обгоняешь? Да, по внешнему кругу. Ну если что, буду обгонять. Нет, все, я встал нахуй. Сейчас, сейчас зацепись, я подниму. А, тут у меня бревна мои рассыпанные. Стой. От первой машины. Цепляйся за меня. Сейчас, подожди, я объезжаю сейчас эти бревна. Втроем нельзя цепануться, нет? Да, к сожалению, нет. Сейчас сам на тебя кину. Давай сам, потому что я не могу здесь. Давай, давай, давай. Какой, а? Газуй. На. Газуй, Тёма, газуй. Чё, в три лебёдки едем? Нет. Не, мясо намяли здесь, блядь. Подожди, а ты меня куда-то это... Витя, а вроде... вы как на мост-то поедете, блядь? На какой мост? Как заехали, так и выйдем. Ну да, мы же смогли сюда заехать. Я только потерял прицеп один раз. Вам надо тогда, блядь, вот сюда левей. Максимально левее брать. Да. Что, так, сейчас, еще чуть-чуть вот прям. Все, отцепился. Конечно, мы придумали здесь. Надо левее брать. Причем конкретно левее. До конца берите как можно. Пробел жми, блядь! Нормально. Ой, бля, много. Да нормально. Пойдет. Я тебя. Ой, четко нахуй. Не, что-то там полезет, Серега, сука. Я смотрю, дергается. Ночь, конечно, но вот как я в свете ночь фары плохо вижу. Нормально идет. Давай, вот, давай, заходи. Заходит. Ага. Идеально, блин. Ты прям сильно влево брал? Ну и я прям вообще. Я прям аж в минус ушел, так сказать. Блядь. С первого раза, четко. Сейчас бы мне так. Я понаблюдаю даже. Давай, глядь, гони на. Не-не-не, вдруг лебедка меня здесь тащить придется еще. Во-во-во, нормально. Так пойдет хорошо. Супер, выравнивайся и сразу хорошо пойдет. Я не вижу, что у меня там с прицепом, конечно. Темно, бля, сейчас я фары выключу. Ага, еще. Так левее у меня провалится в центр колеса. А, ну значит, нормально. Ну вроде бы заехал, я вроде бы здесь. Да, поехали. Фух. У меня только назад машина почему-то катится, блядь. Ну ладно, остановил. Так опасно. Перевернуться. По левой стороне можно. Да. Здесь канал в конце. Левее, да, брать? Ну да, чтоб. Вот канал. Блядь, ночь на дворе еще. Думаю, пока доедем, рассвет будет. Да я думаю, еще вторая ночь. Че Вить делает? Я не знаю, что он делает. По идее, он должен быть уже на лесоповале, реально. А где он? Мы его еще не встретили. Едет. А он тоже на такой махине, да? Да. Но мы его так и не встретили, блин. Он сразу за мной же выехал. Мы уже обратно полдороги проехали, блин. Причем самый сложный такой полдороги. Ну да. Ну что, ту срезку, наверное, мы в гору там не въедем, да? Да, не въедем, да. Даже не будем, наверное, пытаться. Ну попытаться всегда можно. Не надо, у нас длинные прицепы, блядь. Да, если Тёма туда первый заедет, он вытащит на лебёдке. Не вытащит. Вытащит? Нет. Я тебе сказал. Серёг, давай не будем проябывать наши грузы. Я тебе сказал, вытащит. Мы с тобой сейчас за раз, блядь, две пилорамы закроем. Так у нас я все сказал, в руках здесь. Я ж сказал, это юница какой. На бок завалил, сука. Блядь. Ты завалил? Или Витя? Да это я шучу. Заправить что ли тебя? Слушай, Витёк реально где-то медленно прям бежит. Да вот стоит. А, сюда. Слушай, нам бы с Витьком разъехаться. Да разъедемся, тут места куча. Это с мигалками хуярит. Да Витя-то проедет, на. Все, помчали дальше. Здорово, Витёк. Он с какой чё, стороны как едет? А, вон, слева. Вижу, стоит. Направо. Все. Ну, как обычно. Ну да, как и должно быть. Молодец, Виктор.
Светает 5.22. Я думаю, комп игру херов тянет. Вот так и да не, блядь. Ну что-то ты, что-то у тебя не то, сто пудов, блин. Ты же почти за мной рассвет. Выехал. Рассвет, да, сейчас красиво будет здесь. Окей, окей. Пуля, о, пуля, кубик, блядь, ты как пуля улетел. Слушай, это здесь срезка? А, не знаю. Посмотри по карте. Да, я, пока здесь изи сборку мы сюда... еду. Мы изи сюда заедем. Ты думаешь? Да, тогда тут дворки даже нет. Ну давай, Тёма тебя пусть тащит. А ты меня. Давай, давай, а, ну давай, Тёма, да, здесь ехай, небольшая. Ехай, ехай, ехай. Согласен, здесь изи. Даже без помощи. Я на пониженную включил сам все равно. Поехали. Ой, блядь, куда я поехал? Куда я блядь, поехал? Слушай, тебе бы, наверное, сейчас Виктора надо будет сопровождать. Может, ты нас заправишь, и мы поедем вдвоем? Там вроде не было таких гор, или будут еще? Да не, вроде бы уже нормально. А вдруг будут? Ну ничего страшного, вытащим друг друга. Мы можем отсоединять прицепы всегда. Не, мы не можем отсоединять прицепы. Можем. Че, вы доедете, нет? Заправь. Заправь нас, да, вот мы встали вдвоем, такой поезд у нас, блядь. Слушай, мы на какую сейчас пилораму поедем? Так, давай на... посмотрим. По центру или на гаражи? Давай, а на гаражах две там? Да. Давай на гаражи отвезем. На самую дальнюю отвезем и все, и у нас там голова болеть не будет. Слушай, там три пилорамы. Или мы сейчас сразу закроем по центру? Там три пилорамы. По центру одна. Ну так мы сейчас по центру одну сразу закроем. Ну, а, и... нет, две. Все две. Правильно. Поехали наверх. Ну их там да, три. Наверх. Да. Нам придется. У нас четыре пилорамы, а не три, оказывается. Я-то думал, их три всего. Все заправил? А он что, здесь? И меня не заправил, он уехал куда-то. Он уехал. Куда а уехал-то, блядь? А что ты нас? Вы же полны только что были. Нет, давай заправляй нас. Ты чё? У меня уже 140 литров нету. Ты вообще видел, на чем мы едем и чем мы тащим? Ты вообще, да, ты чё? Хуйню какую деревянную тащите, блядь. Давай. От души, братан. 136 литров. Больше не дадим. Хорошо. Надеюсь, там горок не будет больше. Наверху три пилорамы. Так что мы с тобой, в принципе, можем наверху закрыть две. Ну, Витёк, я не знаю, доедет туда сегодня, не доедет. Спасибо. Это все? У тебя, походу, нет бензина больше, да? У меня 66 литров такой дол. Есть еще. Давай. Почему тебе так мало дал? Нету. Ну вот. Вот это да. Тебе еще залить, что ли? Да не надо. Да, а тебя нормально. Толку нет. Нахер ты нам с пустой канистры здесь нужен? Блядь, давить сейчас буду. Так, а что бы сделать? Слушай, езжай, открой точку, вот там неразведано, а? Тёма, езжай сейчас направо. Нам нужно точку ту, чтобы узнать, как проехать на эту пилораму, слышишь? Направо, вот направо езжай и разведай ту точку, серьезно, это будет прям вообще от тебя респектос. Ночью, блядь. Если Тёма доедет, ой, Тёма, Витёк доедет, откроет третью пилораму, то нам одну уж мы загрузимся короткими, да, тогда? Ну да, по-быстренькому. Быстренько это, на изачах, все сделаем. Вот, тут такая колея. Тут надо где-то правее, еду. Где-то левее держаться. А где-то просто на удачу. Да, она такая, здесь направо не надо держаться, блядь. Здесь надо в колее держаться, видать, да? На удачу. Ну я между колес пустил колею. И заебись еду, кстати. Сейчас опасная. Такие будут эти холмы. Мне бы найти эту точку. Вот, тебе самое главное это сейчас сделать. И там же заправка вроде, да, была внизу?
Да по идее-то да. Ну вот, заправишь цистерну, ведь как по ходу пьесы заправишь еще. Может, тоже бензин будет нужен. Сука, знаю где. Примерно. Сейчас туда, на, вокруг этой хуйни, блядь. Пилорамы, что ли. Ты там рядышком, Сань? Нет, нет, я чуть-чуть отстал. Давай, я тебя жду. Ты прям умотал, как-то резко здесь исчез. Ну я переключился на автомат и все. А я не стал переключаться, я боюсь, я лучше отпускаю. Да ладно, тут все прямое. Я правую кнопку нажал, автомат нажал, мне запретили гонять. Нет, еще раз нет. Все, 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 поехали. Сыкунишка. Ну потому что, блядь, проебем прицеп. А прицеп это не роспуск, не страшно. Нет, нет. Надо все выполнять по фэншую, чтобы все у нас было хорошо. Это признак нашего мастерства, понимаешь? Все без ошибок делать. Это вы привыкли с Витьком там? Слушай, здесь тормозить, тормозить с горы надо. Да каких тормозить? Разгоняйся, ты на горку или выйдешь? На ручнике я качусь. Третье, блядь, первое. Въехал в горку. Опять спуск. Тут, походу, 4 пилорамы. 4, да, я посмотрел. Вон, F1, жмешь карту, и слева пишет. 4 пилорамы. Столько мы играем, блядь, 50 часов уже, да? Я только сейчас это заметил, на самом деле. Блядь. На карте всегда считали. Так что я не знаю, куда Витьку ехать, но сейчас ты точку откроешь, может быть, он в ближайшую отвезет. А мы картышами уже в ту отвезем, да? Потому что Витьку здесь, ну реально, если он пустой едет так, ты представляешь, сейчас что полное будет с ним твориться. Хотя как комп может тормозить эту игру? Она же, блин, так, ну, не требовательная особо. Да хуй, да график-то. Ну, Витёк, ну сейчас этот Тёма-то откроет точку. И будешь видеть все дороги. Если там сложно, то унижай тогда. Тёма же к тебе сейчас сынок поедет заправлять. И он тебе скажет заодно, как там дорога. Если найду эту точку на такой бандуре, блядь. На бензовозе? Бандура? Бандура это вот у нас, да, Серёга? Так ты едешь по дороге, а я-то по маленьким, где нам до цикла ехать, блядь. А, ну да, мы по автобану несёмся. Согласен. Я ещё здесь завалюсь сейчас. Опа. Не вздумай. Оп, обратно. Ба. Да, да. Какой поворот. Какой поворот. Где держаться, правее, левее? Пойдём, лебёдочка сейчас будем. На пятой. Не, я правее взял, Серег, левее у меня здесь канала была. Я бы левее перевернулся. Ты что, далеко отстал? Серег, я еду на ручнике, сейчас спускаюсь. Подожду тебя. Давай. Что-то вообще так. Какой левее, здесь левее было. Ебать, чуть не на боку ебало. Фу, блин. Да, 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 да. Все, Серег, поехали. Езжай, 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 езжай. Я вижу, езжай, блин. Вижу, пронесся. Ну я на тут левее надо было брать, блядь. Ты нормально. Фух, нормально. Идите. Вороны сразу полетели. Идите. О, блин, сейчас буду за капитаном улиткой ехать. Ну да. Ты карту смотрел вообще, мы правильно едем? Нет, я не смотрел. А, мы подъезжаем уже. Мы уже самые сложные проехали, короче. Все, сейчас будет прям один поворотик. И все. За капитаном улиткой, блядь, охерел, ё-моё.
Ты сам видишь, кто сейчас первый едет, да, блядь. Капитан Улитка, блядь. Блядь. Название такое придумал, еще, блядь. Да это Стоп Гир, ты че? А, я не знал. Я первый раз услышал. Куда, блядь, еду, хуй его не знает. Блядь, здесь грязь. Ну, вроде бы это нормально. Потихонечку, но ползет. Все, Серег, сейчас будет буквально еще поворот, наверное. И пилорамы. Мы с тобой это сделали. Нет, давай доедем, нахуй. Еще не сделали. Ебать, я на боку валяюсь, нахуй. Блядь. Да не, не, нормально сейчас. Тебе вот еще там еще. Это, Витька ведь вытаскивать. Слушай, так, мы снова поедем на этих мазах. И чего? Да не хочу на кразах, долго будет, они так же само будут медленно ехать. Так нет, а нам зачем, мы сейчас загрузим по 4 очка и все. Также мазы можно взять. Мы сейчас закроем три пилорамы. Ну, Витёк еще если доедет, да? Ну, в любом случае доедет, тут негде перевернуться. Нет. Я бы на Витька так не ставил. Три закроем и одну... А, ну, в принципе... Доехали, блядь. Так, это гараж, подожди, а где пилорамы-то здесь? Дальше. Урон 0 из 700. Вот это вот профессионализм. Какого хера здесь девятиэтажки стоят вообще? Ну, лесники даже нет жить. В девятиэтажках? Ну да. А, так здесь прям пилорамы-то вот. Давай я в дальнюю сразу выгружусь. Готов, блядь. Аплодисменты. Слушай, что-то я как-то... Что-то я как-то неправильно. Вот две ближних сразу стоят. Я в дальнюю скину. Подожди, дай-ка я нахуй в гараж восстановлюсь. Блядь. Будь здоров, расти большой. Да, вот, восстановись, да, восстановись. Он не восстанавливается. Он не восстанавливается, прикиньте. Да восстанавливается. Нет, а как мне съехать, слушай? Может, у тебя эта машина какая-то стоит? Слушайте, а вы можете меня, кто здесь, Тёма стоит? На коротыше. А, на коротыше. У меня как-то я не могу тут развернуться. Витя тут стоит. Витя? Грузит эту заднюю часть на лес, поваливает. Мимо еду. Блядь, заправить? Да можно на гараже восстановиться, попробую еще раз. Не получается у меня. Может, где-то машина стоит? Ну, может быть, стоит. Значит, я не восстановлюсь. Ну, убери ее оттуда. Модель CZ4320 там какая-то. Ну да, беру. Типа, чтоб не было накладки, как у меня на скриншоте. Сейчас я здесь кусты поставлю. Так. Теперь обратно сесть туда, да? Угу. Чё, ты предлагаешь ехать на них же нам? Так, я заправился. Да, все, восстановился. Да? Что, тоже заправиться тогда? Ну я залился бы. Он же у меня все восстановил, что у меня и было, наверное, да ведь? Ну по идее ты заправился на гараже. Не-не-не, я вижу, что у меня 250 из 430. Мне не хватает, так что я сейчас на заправку. Тёма, ты точку-то открыл, кстати? Нет, чё. Нет, окей. Вот она. Красавчик. Сейчас, пройдем. А у Тёмы Тополева нету, а нам не хватит. Что будем делать?
Серег, да хватит. О, точка открыта. Давай посмотрим. Либо мне лесовоз цеплять сейчас, который там стоит. А его надо отремонтировать. И там бензина мало. Там бензина мало, его ремонтировать надо. Слушай, Витек проедет этой дорогой? Здесь та скажет. Ты подвинься, чё не знаю, блядь. Подвинься. Ваша, блядь. Моя левая сторона, блин. Ты вроде в грязь сел, да? Ну что это такое? Блин! Если я победил, блядь. Нет, я тоже куда-то сейчас засел, блядь. Все нормально, вроде полез. Бить, цепляйся, что ты сейчас цепану тебя, принимай. Так у него бензина нету, понимаешь? Тебе опять надо бензин везти ему, походу. Чё ты там делаешь? Ну я вроде в колею не попал, нормально полосу. Машины, руль налево ведь делай до конца и ехай назад. Слушай, какая она длинная, да, Серёг? Да жуть. Я сейчас сижу, смотрю вот назад, и я тебя там, знаешь, прям вижу, что ты мне еще упираешься. Давай. В этот, в кузов, блин. Так я застрял, стой, остановись. Так, давай. Попробуй загрузи. Шутишь, колеса дымят. Да себе. Ты едешь, нет? Еду, я прям хорошо иду. Что у меня так там загруз? Прицеп. Ой-ой-ой-ой, слушай, я вниз прям меня тащит. А, это ты F, наверное, да, жмёшь? Чуть-чуть левее, туда. А ты можешь за дерево зацепиться? Ну все, сейчас едем вверх. Да тут нет деревья. Колеса выровни прицепа, давай. Слушай, я не те колеса поставил. Эти не тащат. Вперед, чуть направо сейчас давай. Да я поменял, внедорожный убрал. А зачем? Поставил стандартное. Ну, я думал, здесь болота нет. Ну здесь только, в принципе, две грязи будет. Тебя а что, сейчас ждать? Попробуй. Вот что-то он вообще не идет, а? Ждать, что ли? Да, я думаю, я пересяду. Ну, иди пересаживайся. Я тогда поеду потихонечку. Давай. Тёма, нам бензин будет нужен. Где его взять? А что ты не хочешь там заправиться? А, там нет заправки. Просто без тебя мы не довезем. Так-то да. Блять, колеса ебутся, пиздец тут. Серег, может ты подгонишь бензовоз поближе? Или потом, если что, если где-то мы встанем, да, тогда этот. Возьмем бензовозы и поедем, да, к своим машинам тоже так. Дуэтом. Если Тёма нас не спасет. Обидно, конечно, мы-то на Тёму рассчитывали. Как там у Витька дела? Может, мне не стоит, ну, может, ехать? Стоит. Да ладно, ну что там произойдет? Блять, да чё, загрузиться не можем. А о-о-о. Почему? Чё, встает неправильно пишет? Витёк, сначала нажми. Да, бревна, сначала маленькие, 6. Два бревна загружают, а потом большие. И там вот есть кнопка отдельно. Long trailer и кнопка МЗКТ. Сначала маленькие, 2 очка. Спросил бы сразу. Я думаю, что сейчас у него все получится. Ух ты, здесь так солнышко красиво светит. Да, Вася у меня такой сидит там. Ну чё, Вить, нихуя. Должно сработать. Сначала маленький. У меня тоже не получалось, мне Серега объяснил.
и стало все нормально. Серег, лучше поехали на всякий случай за лесом. Да я еду, да. Я, и возьми тоже 8 очков. Блять. Да я взял 8. Угу. Что мало ли чего. Надо хоть один запасной груз скинуть, ты всегда успеешь это. Жаль, нельзя, да, вот пересаживаться к другу в машину. Ну да. Ну, это, наверное, по-читерски бы было уже. Все бы понимали, что можно было бы так. Вот сейчас попробуй. А что у него неровно стоит, Тёмыч? Это прицеп вроде ровный. Полностью, блядь. У тебя прицеп должен находиться полностью на этом, на погрузке. Он стоит на погрузке. Ну, фиг знает. Сначала 2 очка, а потом эти. Значит, неровно, что ли, чего-то. Не знаю, у меня вроде прям без проблем загрузился. Я сначала не мог понять, как Серега сказал, и все, я сразу закинул. Там выбирать надо. Ну да. Да, длинный да. Самый выбирай, наверное. Не, сначала короткий. Прицеп. Не, короткий он загрузил, длинный остался. А, длинный так в прицеп, 8 очков. Нажми 6 бронь, и там есть ниже вкладка, куда ты хочешь их загрузить. Там выбор. Или да. В первый, или второй прицеп. Пусть отдалит камеру, ну, то есть, может, он просто не видит. Обычно слева эта картинка вылазит. Ну, смотря откуда он камеру держит. Ну, да. Что я часто, например, вообще спереди смотрю на грузовик. Да, так, конечно, солнечный. Так, если резко не проехал? Слушай, я не знаю, что это так разогнался. Не, здесь еще нам... Подожди, вот еще поворот. Не, еще долго ехать. Давай нахуй чуть назад, пизду. Слушай, здесь будет у Витька где-то топливо. Во, все, нахуй, загрузил. Загрузился, ёп. Отлично. Да, я в гараж, короче, нахуй. И поедешь на опять нам навстречу, да? Слушай, а чё этот... Наверное. Витёк проедет той дорогой, где ты ехал, в центральную пилораму, или ему ехать в дальнюю лучше? Чё скажешь? Вы разлили топливо из... Охуел! Питер, бля. Тёма. Да я беру большую топливо, может быть, нет? Или такой же есть? Да такой же. Витёк проедет, нет там? Надеюсь. Который ты дорогой ехал, не той, что мы ехали, а другой, где ты открывал точку. Или там сложная дорога, лучше объехать ее. Там открыл я... Не, нахуй, не надо. Не надо, блядь. Вот я про это спрашивал, что лучше с этой стороны тогда. Только по большой. Все, вот это я и хотел узнать. Там и... даже хуй развернешься, нахуй. Я-то еле проехал, и то, блядь, 5 раз лебедку цеплял, чтобы не перевернуться, блядь. А, ну все, значит, там не поедет. Трэш, блядь. Что за слово трэш? Слушай, нам, да, нужен будет бензин по-любому. Но здесь где-то у Витька был бензин еще стоял. Я не дам, блядь, бензин, нахуй. Да, тогда мы, так, блядь, не доедем. Да нам, собственно, должно хватить. Не хватит. Да хватит. Ну, давай проверим. Нет, здесь у Витька где-то был бензин, он сейчас меня заправит. Я сейчас подъеду. Да давай проверим. Блядь, он большую даже цеплять не хочет. Уж шакал, блядь. Ну, большой, ну, нахуй, куда здесь, блядь. Такой прицеп. Там иногда нужно ставить безопасный выхлоп спереди. Да это и есть. Ой, блядь, так, внедорожные колеса, ебать. Давай на внедорожных помчим, нахуй. На внедорожных, конечно, попроще будет. В колею серый лучше вообще не заезжать. Угу. Там прям вязнешь конкретно. Все колеса сразу встают. Все, поназаправлял, блядь, хуевы тонну. Сколько у меня? Где-то около 2 тонн, блядь. Ну на КамАЗ, блядь, можно больше загрузить, нахуй. Слушай, а как я тогда загрузил 15 тысяч литров, блядь, 15 тонн? Ну это хуйня какая-то. 15... Блядь, это хуйня реально какая-то. Мы реально 5 часов заправляли все машины, слышишь, Серег, вчера. Я ее на дороге в центре карты оставил, и все, кто ехали, останавливаются, заправляются, блядь, 15 тысяч литров. Так, я на КамАЗе. Нормально. А там есть большая фура.
Или есть нет? Есть какая-то. Куда ты залил? Я залил, ну, я залил к себе и в тележку, но в тележке литров 600 всего лишь было. Да, да, да. А в ту залил вот 15 тысяч литров. У меня как, какой-то вроде бак, обыкновенный красс был там, что ли, даже. Да бак какой-то, нахуй. Ну да, я ее в центре карты оставил, и вообще все пользовались, так удобно. Всем привет. Здорово. Здравствуйте, блядь. Вчера дошел нормально, не перевернулся, блядь, да? Нет, 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 нормально. Жив, здоров. Хорошо, блядь. Перевернуло нахуй, набок, блядь. Его вообще переворачивает все, переворачивает. И он такой-то, всем спокойной ночи, чем ему, дойди до кровати, не перевернись только, блядь. Сука, мы здесь в 5 утра как заржали все, блядь. У вас как там с местом? А, пока никак. Пока нас 4 человека. Которую ты скинул последнюю? Слушай, наверное, да. Новая карта прям такая. Ну, скучная, на самом деле. Ну, она скучная, однотипная здесь все. Я ее... Одна дорога и все. Наверное, не посоветую к прохождению даже. То есть она интересно сделана, в принципе. Ее проехать вот так по одной дороге один раз здорово, да? А второй раз уже скучно. Вот второй раз по другой бы ехать дороги. Ну, так как у нас здесь много дел, мы не можем ехать. А как с поездом, что прошли? Нет, нет, даже не запускали. Нахуй, и на чьем, блядь? Ну, что-то как-то там непонятно, да, пока было. Мы ее чуть-чуть запустили, так покатались там минут 10, наверное. На этих, на тиграх, так, поизучать карту. Вагоны эти железные как-то лагают. Что-то непонятно. Ну, посмотрим, в общем, еще. Да, здесь вот если бы он сделал пилорамы чуть-чуть в разных местах, чтобы ездить по разным дорогам, это был бы большой плюс. А то, что они все в одном месте, вот те три пилорамы, например, в одном месте, это сейчас опять по той же дороге ехать, да, вот муторной. Ну, это тогда Витьку ехать туда, а мы с тобой давай в центр поедем. Не, нам лучше с Витьком в одну сторону кому-то из нас ехать. Я хочу в центральную ехать, я не хочу в одну и ту же ехать. Я хочу затестить ту пилораму, как она там будет. Так, у меня здесь заезд на мост сейчас будет. И опять вечереет, 20:12, опять назад ночью ехать, блядь. Эй, чё у вас там? Чего? Чё, ты как робот говоришь? Уех вылетел. Да. Блять, сумасшедший. Чак. О. Попытка номер два. Ух ты. Слушай, а что у меня там случилось с прицепом? Меня что-то прям так багануло. Он у меня этот на перила залетел как-то, Серег. Ой-ой-ой. Так, а что Вич-то где? Че? Сейчас без бензина, блять? По сейчас ходу буду дела, лебедкой цеплять. Летим, блядь. Лебедкой цеплять и подтаскивать. У меня уже здесь отработанная схема, я уже так на мост заезжал в тот раз. Все. И теперь спокойно двигаем дальше. Оп, опять кто-то подключился. Ты что-то у меня Дискорд тупит жестко. Чё, это Дискорд тупит, да. А у нас опять надвигается ночь, блин. Слушай, а дай я посмотрю, где Витёк, чтобы мне с ним не врезаться вообще. Блять, Витёк, мы на одной дороге. И я назад уже не могу сдать. Слушай, я здесь могу сейчас спуститься вот так. И куда мне взять? Правее, левее? С моей стороны. Взять другую машину. Мне пересесть в другую машину? Да. Пусть проедет. Слушай, а мне бы Витька вытащить... Не, я его не вытащу. Здесь эта горка тяжелая, и он в нее едет один. Тёма ему не помогает. Тёма его бросил, как нас. Тёма ему не... Я взял вправо, короче. Здесь место до хера слева.
Слушай, давай за меня лебедкой, что ли? Сейчас я тебе предложу. Может, подтащу. Эх, ты не хватает, подожди. Я тебя подтащу, по крайней мере. Во. Так, ручник у меня включен. Ну, цепляйся за меня. Я тебя отправил. Во. Блять, меня к тебе подтаскивают. Блять, меня прям... Нет, сейчас вроде на месте стою. Я еще назад включил полный газ и F-лебедку включил. Ты включил пониженную на коробке вообще? Она полегче будет здесь ехать. Ну, хотя меня здесь Серега тоже подтаскивал. А я тебя отцепил, потому что мы уже упирались с тобой. Так, я вот так прижался, как смог. За какое-нибудь дерево, что ли, цепляйся? Че вы, блядь, там делаете-то? Так ему в горку ехать, он сейчас стоит на месте, и все. Я не знаю, куда ему, и зацепиться вроде ему не за что. Включай пониженную первую. Ручник сейчас ставь, пониженную первую. И потихонечку прям он тебя будет затаскивать. Минус один, который, что ли? Да, и возьми колеса этот правее. Немножко. И все, и ты здесь объедешь. Что-то он или пишет, блядь. Он мне тупо перекрыл дорогу и стоит, блин. А, все, во, поехал. Красавчик. А, нихуя себе. Попер, я еду попер. Нахуй. Да пониженный вообще не расходует топливо. Ноль на. Один литр в минуту. Попер, попер. Все, дальше будет, Витек, там просто. Это вот единственный вот этот подъем. Кубик, стой, стой, стой. Кубик, не лезь сюда. Сейчас он здесь проедет, я и за мной. Он как-то лагает, смотри. Да. Сипает. Ну, вроде пробрался. Так подожди, мне здесь некуда ехать. Да ехай, говорю. Не ори на меня. Я уже вижу, сказал, что нахуй, мне туда, нахуй, на туре, блядь. Не ори, говорит, на меня, блядь. Ой-ой-ой, мистер босс, ты аккуратнее заворачивай. Так ты меня спугнул, блин, я испугался, газ нажал, не посмотрел, блядь. Ну прицеп вроде бы остался у меня, да, сзади? Ну так-то да. Так, нормально. Зато здесь как с дрифтом был у меня спуск такой. У нас очень мало бензина. Ты фуру свою поднимаешь, нет? Какую? У меня здесь нет ничего. Справа утоплено. Это она просто здесь стояла, гаражные части были. Мы открывали так гараж тот. Ну взял этот, Тёмыч взял. И, ну, я не стал брать, я её оставил здесь. Мы вместе с ним приехали. Но не стали везти две. Ну чё, ты там вообще едешь, нет? А, чё-то пытается даже обогнать, смотри, блядь, газку давит там. Давит газку, блядь, пытается обогнать, блядь, а? Такой замолчал, знаешь, сопит, сидит, газ давит, блядь. Из кнопку В продавлю. Ну давай, я даже уйду с дороги, чтоб тебя это... Шанс какой-то появился. Ой, Сереженька, Сереженька. Что? Слушай, а там как мы будем въезжать? Там нам Тёма опять будет нужен. Потому что вот Витёк без меня бы не въехал. А мы сможем взять сейчас по 4 части без тележки этой? А, нет, по 2 только, да, сможем взять? По 2 сможем. А то бы мы сейчас с тобой... Ну ладно, поехали с такими длинными бандурами на эту пилораму. Тут сейчас мы развернемся опять, да, тоже? Угу. Уж там лучше по широкой дороге. Ну, ты едешь, нет? Еду, конечно, просто медленно, здесь колея еще. Я специально еще левее взял, чтобы это... Я вижу. Чтобы не пролез никто здесь. Так, я на разворот с правой стороны иду.
Серег, ну не надо идти с левой на разворот, блядь. Ну мы же не уберемся. О, опять в один присест, блядь. Так, сейчас надо выровнять ее сразу здесь. Вроде выровнял. Так, давай смотрим. Короткий. Ваш груз не. Ваш грузовик не может перевозить такой груз, блядь. Опа, длинный загрузил, а короткий не могу взять, прикинь. 6 очков только взял. Слушай, походу у меня что-то пропало. Да нет. Не могу взять. Он пишет, ваш грузовик. А, загрузить короткий, все, окей. Все, братуха, выдвигаемся. Время 00:38, мы опять в ночь с тобой. Как же тяжело здесь, а. Чего ты вздыхаешь-то? Да, распорядок. Здесь вот по обочине. А, ну если у нас разные колея, то тебе похер тогда. У меня просто там разбито все, я по траве немножко здесь буду ехать. У меня бензина уже нету практически. 80 Скотина. Литров. Чего? Где, блядь, да шарики? Я не могу загрузиться. А. Слушай, ну блин. Я-то там никак не помогу, Серег. Витек он спросил, он уже загрузился. Да, у меня из-за правильного расположения, типа. Я его и тянул, чтобы поравнять чуть-чуть. Ну развернись еще раз. Потом сам разворачивайся, разворачивайся. Не ори, ананас. Ты на центре? На центре ешься? Я не ну, ори, да, но я через большую ебаная, дорогу блядь, дальше буду ехать. У меня бензин кончится, наверное, у меня 70 литров осталось. Все, не заправлю, нахуй. Через большую дорогу на центр поеду. Пока вот так за Витьком. Витек, там срезку не забудь, мы там без проблем въехали вообще. Вот сейчас поворачиваешь налево прям, и там увидишь, прямо заезжая в срезку. Блять, я в колею встал здесь, и все, пиздец просто. Скорость не могу никак набрать. Ну-ка, где Тёма едет? Он меня там вытащит. А, Тёма приезжает уже. Смотри, как мы с тобой здесь удачно. Конечно, я сейчас сверну нахуй налево. Не, меня там вытащишь, дождись там Серегу тогда. Серегу тоже нужно будет. Потому что там реально без помощи не въехать. Сейчас я здесь поэтому уже, где гаражные части были. 56 литров у меня. Ебать, я два раза перевернулся и встал на колеса, блядь. Слушай, пожалуйста, там сделай аккуратно. Там поворот такой спуск, там такой спуск, нахуй, и тебя, короче, блядь, таскает и на бок ебашит, нахуй. Тёма, мне надо заправиться, блядь. Пиздец. Как я встал на колеса вообще? Куда ты едешь? Стой там. Еду. Стой там, сейчас это, я к тебе подъезжаю. Не стану я вставать здесь, блядь. И надо будет в горку меня затащить еще. Подожди, да, я сейчас разберусь. Давай. Военный КамАЗ какой-то взял, да? Угу. Все, давай, братан. Дальше сам. Сука. Заправь, блядь, а. Да на, блядь. Дальше сам. 383 литра от души вообще. Сейчас в горку давай меня надо втащить. Там, потому что я говорю, одному и вообще нереально въехать. Сразу возьми меня сейчас на лебедку и тащи наверх. Ну, чё встаем-то? Да, блядь, поехали. Не могу попасть, нахуй. Подожди, блядь! Давай.
У бревна валяются какие-то. Вот, о, мне надо их объехать, это мои. Со старой еще. Я вижу, как вы там моргаете вдалеке. Ага. Слушай, дай я пока тебя отцеплю, езжай, блядь. Ты мне мешаешь только. Заебись, блядь. Вот, а сейчас цепляй давай уже. Нет, не буду, стой, 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 еду пока. Да-да-да, не надо нахуй. Езжай, езжай, езжай. Езжай, езжай. Пока еду тоже. А вот сейчас бы не помешал бы, конечно. Да? Но я пока еду еще, еду, еду. Уже не едешь. Ну, потихонечку ползу прям. Ну, давай, 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 давай. Нет, ты зацепи, чтобы легче было ползти-то, блядь. Ты сказал, не надо, я не буду. Ну, понял. Давай, блядь. Быстрее заеду. Давай, все, я встал как раз. Здесь, где Витек стоял, как раз встал. В этом же самом месте. В его же колее, походу. Все, здесь же сейчас на мост будет поворот, да? Больше подъема не будет. Ой, блядь, здесь колея-то какая разбитая. Ну, я тебе говорю, насрали, блядь. Слушай, тут конкретная колея прям. Давай тогда из колеи-то езжай тоже. Вот ближе к камню ехай нормально. А КамАЗ-то хиленький такой, да? Немножко в грязи, я тебе скажу. Ну, да. Ты я ручную включил сейчас, блядь. Угу. Так, дальше я вот здесь прямо, дальше ты через мост сам спустишься. Да, все, я отцепляюсь от тебя. Слушай, а открой точку вот здесь сразу. Вот здесь прям наверх поднимись, вот где ты стоишь направо. И откроешь точку, и у нас вся карта будет открыта вообще. Вот прям где стоишь. Там за дерево цепляешься лебедкой и поднимаешься. Там ничего сложного нету. Так, ну я что, на мост попробую заехать. Тёма, пожалуйста, игру не сворачивай, ладно? Ты не сворачивай ничего. Не сворачивай. На, нахуй, свернул, блядь. Так, сейчас я... Там кто-то пишет, не может сказать, блин. Здесь что, где точка-то, блядь? Да, она там в... за деревьями, блядь. Да, в пизде, блядь, ёбаный. Ну, там прям чуть-чуть подняться. За... Я там днем ехал, видел эту... точку черненькую. Там прям между деревьями, поднимаешься, и она активная становится. Все, мост проехал, Серег. Спасибо, что про меня не забыли ни вытащить, ни заправить. Так, а тебя сейчас за этот... Тёма-то там остался, на повороте ждет тебя. Да, а я уже проехал. А он тебя остался ждать, реально, ты чё, спасибо, блин. Ты давай здесь нам, не дави на нас. Пожалуйста, я тебя... Он специально остался. Да. Спасибо, блин, да, с такой укоркой нас хотел. Наебать, блядь. Слушай, а ты нормально догнал, блин. Слушай, я тут... Ну я мост сейчас проехал, вот у меня еще одна гора. Пол газа, конечно, ехал такой. Расслабленно, да? Ну да. Ну тогда то же самое было, но на финише сам видел все, что произошло. Ну да. Капитан Улитка вырвался вперед. Пропустили его вперед. Да-да-да, пропустили. И здесь со старта пытался дернуть меня, блядь. Усирался, аж колеса, сказал, не те, плак-плак. Я ж видел, что внедорожные стояли. Да, конечно. Расскажи мне. Да-да-да. Так. Сейчас уже рассвет будет, 4.49 он. Оставшись час пути. Где у нас Витёк? Надо посмотреть вообще. О, Витёк молодец. Витёк, там нормально, там будет единственный спуск такой серьезный. Держись там правее и на тормозах съезжай. Я просто уеду на центр. Хочу глянуть ту пилораму вообще, дорогу ту глянуть. О, Тёма открыл точку. Тоже рискнул. А-а-а, бля! Готово. Все, нахуй заправлять не надо никого. Нахуенно. Серегу заправил? Ага, чем? Баком, блядь, пустым. У тебя же канистра была. Да выехать отсюда еще надо, блядь. А там просто вниз спускаешься и все. Ну да, хуйня, дело. Ну, блядь, леса, блядь, какие-то нахуй. Серега, а у тебя сколько топлива? Тебя же надо будет заправить, наверное.
Да я заправился сам до полного бака. У меня с собой 300 литров. Нихера себе, ты молодец. Слушай, а дай-ка я гляну тоже. Пизды их назад, блядь. А, слушай, у меня тоже есть топливо, оказывается. А, есть, 0 да. литров. Ремонт 400, топливо 0. Ты ведь не заезжал на заправку после того, как восстановился на гараже. Это ты? Да. А ты откуда взялся здесь? Эй, не подрезай, Вася. Езжай правой стороной. Ты че меня давишь-то? На мою сторону лезет, смотри, подлец какой. Какую твою сторону? Ну не мешай, ну. А я не мешаю, ты уйди, блядь, с моей полосы. Да ты мешаешь, ну. Чем я тебе мешаю? Тормозишь меня. Вот снова. Вон, смотри, я на ускорение пошел. Вот смотри, втихаря молчал, сидел, блядь, пока я там карты изучал. Подкрался, блядь, ко мне. Серёж, так, 298 литров, да мне хватит, Витёк, в принципе. Я сейчас здесь на центральную же пилораму поеду. Серёг, если тебя нужно заправить, здесь у Витька где-то машина стоит. Нет, нет. Ну, всё. Ты на центральную со мной или за Витьком поедешь? Да мне вообще нет смысла никуда ехать. Только не скидывай бревна, дай сначала мы доедем. Вдруг либо я, либо Витёк кто-то куда-то завалимся. Поехали посмотрим, что там в центре. Вдруг там что-нибудь жопа будет, сейчас направо. Уж если что, ну вдруг что у Витька случится, ну вернемся. Хоть по новой дороге прокатиться я просто хочу. Ух ты! Ну чё, я с газом, короче, еду. Я тоже. Ну он так это, на пятой передаче, ну нормально. Коробкой тормозил. Просто здесь вдруг в центре какая-нибудь вообще будет жесть сейчас. Что мы оба ляжем. Че там жесть, нормально то доедете на. Да меня кто-то здесь пытается. Ты понимаешь, мы можем сейчас с Серегой просто из-за того, что он меня бортует, можем лечь оба на бок, блядь. Так и будет нахуй сейчас. Блядь, здесь такой это для прицепа херовый спуск, я тебе скажу. Ну, вроде нормой. Да, слушай, вот такая, конечно, махина длинная, да, едет. Стой, я фотку вот так сделаю, стой там, Серег. Он прям такой бесконечный прицеп, знаешь, идет, блин. Ну да. Австралийские автопоезда. Да. Так, все, едем. Поехали, Вася. Блять, намесили уже говнище здесь, пиздец, нахуй. Ну хуй выедешь, блядь. А чё, тебя все равно бензин не даешь нам? Да вам не надо вроде. Ты ж ладно. Вот, короче, а ты в тот подъем сам ехал, Серег? Да. Ну как, блин, там реально тяжко было. А, ну тут вообще на пилораму изи заезжать. Ну да. Новую дорогу посмотреть просто. В пеньках все. По идее, здесь лесоповал должен быть, а не пилорама, блин. Все посрубали, черти. Сегодня будем больше ставить эти кразы. Они слишком скучные. Кто? Точнее, мазы эти. Вот эти мазы? Да. Ну их удобно, если много пилорам. Ну да. Но они очень медленные, на фере себе вообще пофиг, они не переворачиваются, ничего с ними не происходит. Хуяси, не переворачиваются, бля. Ну вот мы две ходки сделали с Серегой. Да. Но там это еще такая дорога была. А Витя, ты что, без прицепа хуяришь? Как без прицепа? Витя прицеп проебал, походу. Бля, что? Серега, не скидывай груз, Серега, подожди. Я здесь скину один, давай.
Что-то у нас там неприятность какая-то, походу. Возможно. Все, вот пилорама готова. Сейчас последняя осталась. Прицеп скину. Отцепить прицеп. Так ты без прицепа или чё? Он потерял прицеп, прикинь. Ага, значит на мосту вы... Кому-то надо... Нет, Серега сейчас повезет. Серег, хорошо, что ты не скинул груз. Ну ты не, прицеп скинь и ехать. Да, он проебал прицеп. Только подожди, где? Серег, здесь пеньки везде. Серег, ты не развернешься здесь, подожди. Да что ты мне лечишь? Давай я тебя потащу лебедкой жопу немножко. Хватит. А, нормально. Слушай, ну вот хорошо, что, блядь, вот Витек у нас всегда, да, так? Проебать телегу дров, блядь. Если что, я тебя там под... Слушай, ну у тебя телега большая. Да нет, я просто, если сейчас Серега там перевернется, то это будет жопа. Серега, а может быть довезешь? Дерзкий план. Ну, в принципе, он... Стой, дай я впереди тебя! Я пеньки прям вырываю, Серег, остановись. Да мне насрать на эти пеньки вообще. Да, ну ладно. Так, а здесь куда? Я думаю, направо. Направо, да. Вон, я свернул уже. Я спрыгнул здесь прям. Чтоб тебя обойти, блядь. Деревья сломал нахуй, полетел вниз, знаешь. Такой сопернический дух. Бля, ну, Витёк. Я-то увидел, что я проебал телегу. Я вернулся, забрал. Ну, чё там, блядь? Он проебал телегу, блядь, дров. Как так, нахуй, можно? Это я видел. Газуй. Еду. Так, я остановиться мне, наверное, да, сейчас? Я так понимаю, он на мосту проебал ее. Серег, цеплять тебя, нет? Зачем? А, ну я хотел помочь. Все, еду. В принципе, я на картыше сейчас. Он на мосту проебал. Ну, блядь, как можно было не заметить, что он едет без дров, блин? Да хуй его знаю. Серег, ты нормально там? Да, нормально все. Телегу не проеби. Мы срезали сейчас сразу полдороги здесь. Слушай, ну такие, он прям по-читерски пеньки вот эти. Слушай, здесь бери прям правее, Серег, я тебя научу как. Берешь правее, и этот поворот спокойно этот срежешь. Мы Витька обогнали, слышишь? Серьезно? Мы еще сейчас сделаем этот задание вперед Витька, блядь. Смотри, подожми сейчас F1, остановись. Он не успеет все равно. Да. Поехали, блядь. Пиздец, конечно, блядь. Да, Виктор. Ну, едет либо урона дохуя, либо, блядь, что-то выключено. Но выключено вряд ли. Да он всегда так говорит, едет. У него какая-то там вообще херня происходит. Еще и без телеги. Он вообще нестись, по идее, должен, блядь. Да хуй, ясно. Наверх. Ух ты, здесь бочком аккуратно. Там за колеей смотри, Серег, право, лево. Потому что я-то не смотрю, я тупо прям в наглую еду. На одном баке. Я проехал без... Ну, сам себя, да? Сам себя заправил, да, и хватило. Ну, отлично. И Витька обогнали. Ты помнишь, где мы с ним встретились-то? Ну, да. На горе на той, да? Это мы с тобой закинулись. На пилораме, считай. Отвезли на центр, здесь его обогнали. Сейчас скажет, я печатаю, блядь. Так купи нахуй микрофон, печатает он.
Бензовоз так, стоит. Блядь. Тебя все нормально, Серег? Не надо заправлять, да? Хватит, наверное, да? О, здесь. Чё такое? Грязь. Не ёбнись, пожалуйста, спокойно доедь. Осталось 200 метров. Ты можешь сюда подъехать, чтобы я быстрее выехал? Сейчас, да, я разворачиваюсь. Я уже в гараже стоял. Сейчас. Еду, несусь прям во весь этот. У меня прям пар идет аж из ушей, блядь. Это все нахуй. Здесь тоже грязь такая. На этом повороте будет. Так, не развернуться, да, наверное, сразу? Да. Цепляйся, братан. Угу. Конечно, длинный у тебя этот дура, сейчас смотрю, прям она туда тянется назад так. У меня едет, курит, походу, сидит. Ебать, он 500 урона пиздануло, блядь. За что? А чё ты летел за дерево, как ебанёт нахуй. Здесь не отцепляться, здесь сейчас еще одна вот эта грязь будет. Ее сразу проедем на повороте. Похуй, восстановил, блядь. На. Бери правее здесь, Серег, наверное. Или прям по центру, лучше не рискуй. Чтобы у тебя здесь телега в конце не упала, главное. Да упадет под ним, это не проблема вообще. Ну, лучше это. У тебя здесь тоже грязюка? Да, да. А, ну, окей. Уж у меня там жесть, я там сам еле-еле. Я еще F нажал, сейчас подтянул тебя сразу. Угу. Витька обогнали, а? Вообще, конечно. Без телей. Без телеги, да. Молодец, Витек, блин, респект тебе. 80 литров осталось. Ну нормально. У меня 104, слушай. И меня заправляли еще. А, ну ты тоже заправлялся. Витёк сейчас сидит, наверное, и про себя думает. Ну как так, блядь? Ну почему? На той карте ни разу не довёз, блядь. Здесь не получилось. Сидит, наверное, сейчас матерится там. Слушай, так, а где этот? Вот у меня не высвечивается. А, здесь надо было сделать вон плюс 375. Да. А я не видел. Я тогда просто заехал, у меня пикнуло, что заправка прошла, и все. Ну все, вот она, пилорама. КамАЗ военный классный, конечно, так смотрится. Дай-ка я в него сейчас пересяду. Витька поеду встречу, переверну нахуй. На полном ходу, да? Так, еще одна осталась, что ли? Нет, все, мы последние, да. Сейчас я в КамАЗ сяду. Милитари. Опа, готово. Охуеть, 2,5 часа, блядь. Топливо израсходовано 1577, гараж 1 из 1, местности 4 из 4, 15,67 километров. 16,53. 12,94. 12? Слушай, а этот КамАЗ-то вообще убитый в хлам. Чуть. Сейчас я в гараж подъеду. Я хочу Витька встретить на КамАЗе на этом. Ну здесь 755 урона из 800. А на каком КамАЗе играете? Да это мы сейчас милитари такой военный. Витёк едет. Не, я не буду заезжать. Лови, Витёк, лобовуху сейчас. Лови, хуй ты доедешь сюда, блядь. Ну, блядь.
Дураки, блядь. Бэм, блядь. Его ж назад немного покорёжило, так знаешь. Взорвём всех, нахуй, тебя топливом ебанул, блядь. Ну-ка нахуй, блядь. Блядь, куда поехал, блядь. Вон ему в бочину опять, блядь. Блядь. Мне отремонтироваться надо, блин. Не надо, блядь. Хули ебутся они, как КамАЗы ебанут. Я не знаю, я хочу отъехать от тебя, я не хочу так. Блядь, 84, нахуй. Да, слушай. Все прошли, что ли? Да, все прошли. Сейчас отремонтировано. Сейчас я кенгуринг поставлю, чтобы уебать Витю еще. Зип-цистерн, блядь. Зачем, блядь? Зип-вилл КамАЗ какой-то, опора для крана. Во, опоры для крана я его сейчас переебу. Смотрите, она мне прям спереди. Ой, блядь, дураки ты его. Понёсся, блядь. Он съебался, блядь. Наебал, короче, тебя нахуй. У меня такая опора для крана там жестокая, знаешь, стоит. Сейчас увидишь ее, смотри, сейчас я назад сдам. Джан, блядь! Вон, смотри, опора какая. Перекорёзала нахуй. Как кенгуринг, смотри. Реально как кенгуринг, да, она выглядит, блядь. Че, какую карту? Так, давай, возвращаемся в меню, короче, это мы закончим. Ну че, давайте впечатления, Тёма, твои впечатления по карте, блядь. Смеёшься, да, нахуй? Смеёшься, да, ну окей. Ничего себе, нахуй.